И Да, как-то так. Дании сладкая картошка. Гадость. Слушай, нормальная тема. Да, ты ее пробовал? Я вот Да. пробовала. Я когда в Китай Гадость ездил, я такая. такого все всякого покушал, когда в Китай Нет, съездил. в Китае другая картошка. Я тоже пробовала. Они любят такие кисло-сладкие, вот это все. Ну, А сладкая там как. именно кисло-сладкие. А там именно сладкое. Там, ребят, просто кидают сахар в воду, вот этот густой сироп, туда кидают картошку, так они это делают. Это у них коронное блюдо на празднике. Вот у нас оливье, а у них вот это. Это такая гадость. То, что Они делают. так же про оливье думают, ну что они все нахерачили все подряд и майонезом залили, блядь. Нет, Вода за Что, они. блядь, жрать, ну? Не-не-не, они так не думают. Особенно пирожки, знаешь, как они ухлёстывают? Или Не знаю. пельмени. Я вот когда работал с Арестомом, это получается французская компания, у нас тут много французов было, и испанцев, и датчане. Вот они нашу еду кушали, они вообще охеровали. Не знаю, Они как говорят, там. как вы кушаете настолько жирное? Говорят, это жесть какая-то. Не знаю, как у тебя там сотрудники или кто там, я не знаю. А у Лехи, у мужа, сестра вышла за датчанина. И мы очень тесно с датчанином связаны. И очень любят всякую вот эту русскую еду. Прям вот Ну, конечно, у него жена русская. У него выбора нету, блядь. да при чем тут как бы гости приходят, датчане, да? Как бы, не знаю, родители у Ласа. Не знаю, они приезжают сюда, это все, блин, это круто. Ласа Они это имя его? и чего? Ласа это имя? Да, Лас это имя. Ласа красота. Кто читал этого Лукьянина? Единственное, они не Что там едят был персонаж крупы, Лас? потому что Лас все время говорит, что я что, в Собаки едят. войну? Ну, типа, у нас что, война наступила, что мы, типа, крупу едим? А у нас, типа, нормально это. Ну, это уже, наверное, специфическое. Он орехи не ест, говорит, я же не птица. Это интересно. Да они грибы, наверное, не едят, особенно собранные в лесу. Не, грибы Ну, едят. шампиньоны какие-нибудь там, эти трюфеля. Ну, А вообще-то чё, я мёртв, трюфеля да? это подземные грибы. Ну, я Так что знаю, тут сложно. подземные, дорогие, да. Белые лисички. Что еще можно перечислить? Все нормально, все совсем. Грузи. Опята. Да, все нормально с Ну, этим. свинушки. Подосиновики, подберезовики. Ладно. У них еда другая здание. Но Поэтому они они морские все-таки капризничают. больше. Не, вот где самая дорогая еда, где я херил реально, нет, в Дубае. Не в Дубае, а в Дубае. Это жесть какая. Там обыкновенный сэндвич стоит, если на рубль перевести. Нет, Ну, около видишь, 600 рублей стоит. в Целый Японии, например, сэндвич. тоже дорогая еда. Но там В надо много Японии смотреть на это, на большинство покупку. она просто привозная, да, покупная, зато рыба у них достойная. Вот, в том-то дело, в Дубае именно дорогое все удовольствие. Потому что там. Китайцы любят русские сливки, русские сливки и русское мороженое, потому что типа у них не такие сливки. Ну что, пронесли до трэша, что теперь будем по серебра спамить? Не китайцы, свиньи вообще. Еще мне тут Это чувак какой-то написал на арене. по В смысле, обмену ты не? приезжали. Какой сюда? Так у нас один человек не хватает, да? Два. Да. Почему два? Вон же еще рога. Ну да. Нормальные люди с китайцами. Я вот сколько с китайцами работал, у нас получается Я не Чжунчжоуская успела. Не успела электровоз читать. строительный завод. И они вообще Дай. нормальные люди, я не знаю. Не, смотри, я не успела рассказать. Моя мама медик. Приезжали китайцы по обмену в больницу. Они там стол им сделали врачам китайцам, да, вроде прилично, потому что если они с образованием в Китае, это типа очень солидно, потому что у них не все могут позволить себе учиться. И как бы там мандарины, все дела, вот эти фрукты, да. После того, как они поели, ни шкурок на столе не было, ничего. Они вот ходили, удивлялись наши, типа, а где все это? Ну, Потом, на когда полу. стали убирать, все на полу. Они сказали, Ну, что типа правильно. Это их не традиция. на это есть уборщики, да.
Ну, как допустим, монголы. В чужую страну вы должны изучить правила. Это просто дикость была вообще. Вот, допустим, монголы, и они кушают с открытым ртом. Понимаешь, как это? Ну, для них это в порядке вещей. В Китае принято не доедать, а наши русские наоборот. Едят за столом. Всех свои эти. А в курсе, блин, как появилась эта страну, фраза? Страну едите, изучайте правила. О, господи, ну когда русские в Турции отдыхают, почему? Смотри, как это происходит. Так же бухают, свинячат, пиздятся, что ну, все, что лежит, неправильно. Поэтому русских и терпеть не могут. Ну. У каждой страны свой менталитет. Короче, по мне китайцы... Короче, я перезайду, бой скину и поставлю рыбу. В Ардемаре, например, людей едят. Где? В Ардемаре. Бывает в жизни огорчение. В Гримаре. Ямал? Я точно знаю, что... А кто второй танк? У некоторых африканских стран есть такая традиция. В первую брачную ночь теща должна быть обязательно вместе с молодоженами. Ну, в каком-то веке первую брачную ночь и просто нябы вешивали, да, чтобы там кровь была. А что, до сих пор у цыган есть такое обычай? И пачками собирались в каком-то... В какой-то стране, точно не помню, захотите найти... Вон, Россия, 21 век, цыгане. Первую брачную ночь с невестой спал не жених, а его отец. Есть. Ну да. Ну правильно, надо же испытать. А если не подойдет, зачем сына обламывать? Причем на... Не, ну ладно, сын и отец, да, когда, допустим, боярин какой-нибудь приходит, пользуется правом первой ночи. Нет, нет, это в Англии. Это в Англии, да. Это не у нас. Ну, я говорю, в Англии. Хотя у нас было крепостное право. Тут, блин, тоже такое. Так, пошли не такие. Чё-чё? Ах, вы... Он в соло протанчит, чё на второй там? О. Ляк, смотри, шаман весь. Элем? Элем? Я перезайду полностью в игру. Что-то у меня бой. Кто брал его? Это Элем? Да. Ну, как бы... Стартовать-то можно. Просто дело в том, что Рога уйдет после ревра, и надо будет слот добирать все равно. Че он уйдет-то? Он вроде в ПВЕ нормально одет. Почему он не хочет дальше пойти? Ну, не знаю, почему спроси. Короче, я стопаю вам. Рога. Он без диса, надо ему писать. Короче, стереопомен. Не хочет, говорит. Дамажить. Как батьку. Как-то говорю, сейчас я вам покажу, кто... Обычно говорят батька, я как сказала, сейчас покажу, кто мамка. Благо такой говорит, о, так не надо. Мамки же только у этих. Радварат, что ты не спекаешься? Начни с бабочек. Бля, даже огурчик. 6 баллов, баф 1. Ребята, шамана бафните, пожалуйста. Все, спасибо. И Локо тоже каску МП киньте, пожалуйста. Локо МП. Хорошо бы еще лапку. Лапку. Что, все, фулл рейд? Ну так-то да. Я тут, я нажать не могу, копаюсь на стройках. Смотрите, Кенари в Доваране. Напомните мне, где находится функция, чтобы все бафы в одни собирались в костюме. Эффекты ауры. Тут вроде.
Я нашла, спасибо. А как там интерфейс, эффекты ауры? Я нашла. Объединить положительные. Да не, я для себя, Ага, все, нашел. Интерфейс, эффекты ауры и объединять положительные эффекты. Интерфейс открываешь, там эффекты ауры. Где в интерфейс? Да. Эффекты ауры. Ред, ты короче второй. Сейчас, подождите, тут во втором рейде разрол идет. Сейчас я приду. И это, Яна. Короче, я на пару боссов, блять, я спать хочу, нахуй. Я скоро съебусь. Если что, там доберетесь. Желательно ищите сразу заранее. Как мы с КД потом доберем, блин, Редвар? Давай тут полтора часа пройти. Я сразу люблю. Топ-флут, Войд говорит, молчим и прямо вот полтора часа и проходим. Да, Редвар ливает, добираем. Потому что мы потом с КД не доберем никогда в жизни, ну никогда. Ну Войд пусть танчит, а этот РДДшку. А я пошел курить. Да блин. Я тогда выйду. Пиздец, ребята, конечно, блять. Стало вообще. Все его в чест уже добавили, да? Два раза. Он танком был или кем? Да. Серьезно? Блять, двойня кидала. Да, там, возможно, мобы где-то в начале. Надо пойти посмотреть. Да хуй с ними. Да там нет никого, я смотрел. Ну, бой остался после того, как вот эти мобы рандомные вылазили, нападали. Пишите письма. Че, одного ДД добирать или кого? Ну, у меня есть танк спек. Прошу. Там могуч я писал. 257. Подожди, я сейчас спрошу у Пегастра. Жди. Заодно тактики падут. Че там, нашли моба с комбатом? Ну, может, где-то в текстурах затесался. Скорее всего, он выйдет потом. Просто у кого бой, перезайдите через Alt F4 и все. Да или с инста выйдите, зайдите, чё. Так быстрее. Какой челик на лича хочет? Эпигастр был. Пойдет, да? Да, пойдет. Сейчас зайдет. О, найс. Вы там следите, когда он зайдет, потому что я с другого. Эпик. Плесонит гильдию. Да хуй его знает. Я здесь. Перезахожу в рейд. Так, да, это... Лок, шкаф еще раз, пожалуйста. Это учитывать еще, что Рога не рун, он, блядь, на ребра только. Еще тело не надо. То есть спамер оставь на одно тело. Сейчас. И уже сразу пиши после ребра. Реал, где написать на Рога на второй спек, это Эршан, на Элема пароль. А мне в ПМ напиши. Да, хорошо.
еще раз фулбаф. Бабы есть. Винты нет. Все. Макс, слышишь? Интеллект бафни. Лок написал. Что там интеллект? Да, инту. Это самое. Надь. Так ты ему напиши, что со второго босса он готов пойти. Нет, может ему что-то надо. Спроси, надо что с ребра. Если не надо, то ладно. А если надо, то надо кого-то сличить. Подожди, что здесь падает? Я посмотрю, может я уступлю. Поясок тут падает. Спасибо. Вряд ли мы что-то. Подожди, сейчас, секунду. Еще падает. Колечко. Не, я не уйду отсюда. Че лок там пишет? Сейчас, но он говорит, могу с ненужным пояс ему, короче, ага. Все, можно гулять. Да, просто Гастри просто собирает. Все, что уже все начинаете, что ли? Да, да, да. Блин, мне там разрол идет с параллельного. А ты кто? Маг. Этот Эрдру тут, а сарай. Тут? Ну, первого убьем, да? Ну, просто бафы тикают, все тикает, блин. Бутылка тикает. На счет три раз, два, три, блядь. Геру. Фига стрихильки фой. Сорян, им подскочил. Лужа, ну купаетесь прям. Танк тоже в луже пляшет. Все, стой, не види. Руид, зайди под босс. Так, я, короче, фул релог сделал, у меня скада забагалась. 12 тысяч ДПС. У кого 12 тысяч ДПС? Не, показывает 12 тысяч ДПС. У тебя 22. У коника? У профи. Забудь. 2480. Я поездку сразу по фигерке. Да у меня прикол в том, то, что даже квестка не отображается в Tell Me When, у меня все позабавлено. Что там, квест есть на этого, на Дарнавана? Все чекаем, что-то есть. Вот, квест делать будем? Делайте, у меня сделан. Бля, а как выйти из мира? Комбат висит. А, да, Дарнаван.
так как, альт F4, я так делал, у меня тоже... Не, ну, короче, я понял, мне надо на другого чара зайти сначала. Ну, у меня даже не выходило, понял, извините, пришлось полностью. Блять, миллион паладина. Блин, Мах, пожалуйста, дашь стол сейчас вот прежде. Мак, а ты контролить умеешь? Дарнавана. Тем скорее выберите иной путь. Судя по всему, Мак уснул.